It's time to stop! Всем привет, меня зовут Евгений Жуков, и сегодня мы с вами послушаем и обсудим гитарный процессор Hatton Ampera 2 Stomp. На данный момент это топовый процессор от компании Hatton. Сама компания Hatton является китайским производителем, и как мне кажется, на данный момент Hatton стала полноценным конкурентом таких компаний, как Line 6, Headrush, Fractal Audio, Kemper и все прочее. Свой обзор я буду строить сегодня следующим образом. Сначала мы послушаем какое-то количество стандартных пресетов. Они на этом процессоре очень классные. Потом мы послушаем пресет, который настроил я себе. Потом мы немного покопаемся в некоторых технических аспектах процессора и будем подводить итоги. Okay. Касаемо инструментов, на которых я буду сегодня играть. Моя основная гитара — это Wormwood Baritone с мензурой 28,625 дюйма, корпусом из черной лимбы, это вариация красного дерева, и грифом из палисандра с накладкой из эбони. В ней стоят датчики Bernacle Black Dog и VH2. Для чистого звука я буду использовать гитару Harley Benton JA60, которую купил недавно. Корпус из липы, гриф из клена, накладка, по-моему, из грецкого дерева, что-то такое. И датчики P90. Отлично звучат на чистом звуке. Сразу немного извиняюсь, у меня на Wormwood старые струны, поэтому третья, шестая струны могут иногда немножко не строить. Ну что, давайте приступать к обзору. Here we go again. Ampera 2 Stomp — это полностью стереоприбор. У него есть стереовход, стереовыход и даже стереопетля. Также на нем есть вход для аукса и выход на наушники, MIDI. И питается он от комплектного блока питания 18 вольт. Кстати говоря, интересный факт. На процессоре написано, что ему достаточно 9 вольт для питания. И когда я подключил к нему 9-вольтовый блок питания от процессора Ampera 1, на некоторых тяжелых пресетах ему не хватало питания, и он просто выключался. Поэтому не теряйте родной блок питания от него. Вместе с процессором идет программа для редактирования пресетов. Очень удобная. В ней слева мы видим название пресетов. Справа по центру у нас тут цепочка эффектов, которые задействованы в пресете. И снизу выбор эффектов и настроек эффектов. Также в этой программе мы можем сохранять пресеты, экспортировать пресеты, импортировать. Короче, все на свете. А также менять и настраивать то, за что будут отвечать фудсвичи и внешние педали экспрессии. Кстати говоря, все это делается супер просто и супер удобно через эту программку. Выглядит немного сложно, но как только что-то потыркаешь, сразу разберешься. Давайте сразу обсудим блок кабинетов, так как тут их по сути два типа. Стандартные кабинеты — это кабинеты самого Ampera Stomp, в которых мы можем менять положение микрофона, выбирать микрофон, делать фильтрацию низких и высоких частот, ну и также громкость выставлять. Но также отдельно здесь есть блок импульсов. Почему он отдельно? Потому как в нем выделено несколько категорий. Это импульсы акустических гитар, которые мы тоже с вами сегодня послушаем. Это очень интересная тема. Импульсы от компании Silation. Это вместе с компанией Silation они сделали. Просто накупили динамиков Silation и сняли с них импульсы. Не могу сказать, но как бы импульсы все хорошие. Вообще как бы и импульсы, и симуляция кабинетов в приборе топовая. И также здесь есть пользовательские импульсы. Пользовательских импульсов, по-моему, можно штук 50, да, 50 штук закидывать. Это делается просто. Мы нажимаем на кнопочку Import ER Files и добавляем наши импульсы буквально в пару кликов. Также в блоке импульсов есть настройка разрешения. Об этом мы поговорим отдельно чуть позже. Пресеты в процессоре группируются по банкам. В каждом банке три пресета. И обычно первый пресет — это более генистый звук, второй пресет — это менее генистый звук, и третий пресет — чистый звук. Что ж, давайте наконец послушаем. Начнем с самого первого пресета, который называется Ampera Strikes. Так, как мы слышим, в самом первом пресете у нас тут уже довольно неплохой звук. Так, давайте отключим ревербератор, он нам сейчас не нужен. У нас уже в цепочке стоит скример. Давайте поднимем его громкость, чуть снизим тон. Тут у нас основной усилитель Marshall 800, классика, наполовину гейна. Обычно настоящий 800-й Marshall очень мало гейнистый, и как бы половины гейна точно не должно быть достаточно для того, чтобы прям вот полноценный хай-гейн был. У нас тут выбран дизель 4.12, это интересно. После того, как мы подняли громкость на грелке, послушаем, получился ли у нас полноценный хай-гейн.
Так, ну, что я могу сказать? Звучит офигенно. Если в миксе будет бас, это будет чума. Но все равно, как бы, немножко вот гейна вот чуть-чуть прибавить, и тогда это будет прям какой-нибудь Fear Factory. Давайте еще сделаем его современнее. Поставим классический Mesa Boogie Oversize. Поставим положение микрофона на Cap Edge. Чтобы вы понимали, Cap — это пыльник динамика, а Con — это диффузор. Самое классическое для металла положение микрофона — это Cap Edge, то есть на границе между пыльником и диффузором. Можете, грубо говоря, вот это положение микрофона рассматривать как баланс между высокими и низкими частотами, потому как чем ближе к центру динамика, тем у вас будет больше высоких частот, и чем ближе к краю динамика, тем звук будет темнее. Я хотел показать вам еще один эффект на этом процессоре. Мало того, что здесь есть не только классический 808 в максимум. Кстати, вот в этом окошке пишется подробная информация по каждому эффекту. Вы можете понять, какой эффект и усилитель эмулируется. Мало того, что здесь есть классический 808, также здесь есть еще TS-9, куча других грелок, с которыми лично я не очень знаком. Всякие боссы, вот какой-то 808 с модом. Что он делает, не знаю. Но он есть, и это очень круто. Но что меня больше всего поразило, здесь есть эффект Precise Attack. Это копия Precision Drive от Миши Мансура из Периферии в каком-то китайском процессоре. Это очень странно, когда такие нишевые, но классные приборы эмулируются в процессорах. Что в нем интересно, это то, что в нем есть дополнительный гейт. То есть вы можете устроить настоящий true gent. То есть когда у вас мало того, что стоит в цепочке обычный шумодав, так после грелки есть еще шумодав самой грелки. Тогда давайте со стандартными для грелки настройками сначала ее послушаем. Насколько я понимаю, здесь крутилка гейн более функциональная, чем в стандартном скримере, поэтому можно как бы не стесняться и чуть ее приподнимать. Соответственно, громкость тоже более функциональная. Давайте чуть поснизим тон, прямо на 50, и послушаем. А так это у нас... А так это то, насколько резкий у нас звук самой грелки. То есть, вот если на ноль ставим, то... Нет. Ну, давайте на 4 поставим. Давайте еще даже прибавим гейта. Вообще на 80, по приколу. Посмотрим, что это такое. А, и в стандартном гейте тоже поставим трешхолд чуть повыше. С быстрой атакой. С быстрой атакой и быстрым релизом. Вот, как мы видим, получили супер современный джентовый звук, несмотря на то, что это Marshall. Да что говорить, Marshall вообще топовые усилители всегда были, всегда будут. Давайте слушать дальше. Следующий пресет у нас Sleek Drive. И вот это уже немного не моя территория, потому что здесь какой-то мидгейн, он довольно тепло звучащий. Я уверен, в линию на какой-нибудь концертной площадке или на репетиционной базе такой звук будет звучать очень здорово, но дома он звучит немного мутновато.
Ну, конечно, не я должен такие звуки демонстрировать, но звучит классно. Так, следующий пресет называется Sweet Dreams, и он для чистого звука. Поэтому я возьму другую гитару. Вот такой классный звук в духе 80-х с корусом, который снова стал модным, я так сказал. Так, давайте следующий пресет. Так, давайте отключим ревер, дилей. Классно звучит. Такой вот уже олдскульный Alice in Chains можно играть на нем вполне. А если гейна чуток подубрать, то у нас получается, даже может быть еще подубрать, у нас получится классный звук для рока. Давайте настроим на нем полноценный хай-гейн. Для этого в качестве грелки я опять поставлю 808, потому что я знаю, что с таким положением ручек он всегда звучит. В самом усилителе давайте все поставим на 12 часов и начнем оттуда. Очень много баса. Давайте чуть уберем гейна, пока побольше сделаем яркости. Только надо немножко подстроить гейт. Конечно, очень кусачие усилители Богнера. Короче, звучит офигенно. Следующий пресет у нас называется Lux Drive. Это что-то тоже такое более кранчевое для соло. А если на нем убрать ревербератор, дилей? Еще один чистый звук. И причем очень чистый. Так, следующий пресет называется Juicy Fusion. Следующий пресет называется Gentle Dumble, ласковый Dumble. Очевидно, что у нас тут усилитель Dumble. Насколько я знаю, этот усилитель прославил Стиви Рэй Вон. Вообще, на самом деле, всего этих усилителей было сделано штук 20, и все они звучат по-разному, поэтому такой вещи, как звук Дамбл, на самом деле не существует. Это такой, знаете, конструкт. Thank you.
Знаете, какая мне пришла идея в голову? Давайте сделаем из него хай-гейн. Для этого в качестве кабинета давайте попробуем импульс из коллекции силейшенов. Нам нужны V34 штуки. Довольно громко. Гейт, давайте, тип 2. В качестве грелки, ну давайте опять 808. Выключим ревербератор сразу. Уже почти. Fat. Отключаем Bright. Блин, вот как вот они так делают? Не понимаю. Переключатель просто половину громкости срубает. А как я должен понимать, какой режим мне больше нравится? Подбирать громкость? Voice, рок и джаз. Ну, очевидно, рок. Deep. Самое интересное, можно дип включить, потому как у нас стоит грелка, и она срубает часть низа, который бы мог заводиться от этого переключателя. Так, чуток надо прибавить гейна. Два гейна входных. Да, навряд ли Дамбл думал, что на его усилителе будут играть Эмьюр. Так, давайте попробуем ради интереса один из моих импульсов. Например, импульс VHT. Или Оранжа. Ну да, такой действительно уникальный усилитель. Слышно в нем какой-то именно его призвук. Давайте еще один посмотрим чистый пресет. И дальше пойдем по пресетам групп. Пресет называется Basic Clean. И действительно, это самый базовый, самый вообще простой, чистый. И давайте сразу на следующий пресет. Brown Sugar. Нет, я не угадал. Я думал, это Эдди Ван Хален, но... Ну, такой пресетик тоже прикольный. Давайте послушаем. Тут пара есть таких приколдесных пресетов. Следующий пресет называется Liquid Animation, и очевидно, что это отсылка к группе Джона Петруччи Liquid Tension. Ну, собственно, здесь и усилитель Mesa Mark 20, это классический усилитель, на котором играл Петруччи. Такой, в общем, звучок, прям по-настоящему сочный. Петруччи играл на Mesa Mark II. А знаете, кто еще играл на Mesa Mark II? Угадайте. Давайте долбанем галочку, как учил дядя Хэтфилд.
Что-то мне кажется, все-таки перебор по басам. Давайте басы вообще уберем в ноль. Побольше высоких. Мне кажется, надо только вот немного в кабинете подкрутить, сделать на кэпэдж. Сами делайте вывод из этого звука, хороший он, плохой, не знаю. Похож ли на металлику, наверное, нет. Поехали дальше. Пресет называется The Great Debate. Не знаю, к чему это отсылка. Так, поехали дальше. Калейдоскоп. Тоже явно к чему-то отсылка. Пис-бар, ну это очевидно к Мегадету. Тут и Маршал стоит, все как надо. Я, правда, ни одной песни Мегадета не знаю. С таким резиновым низом. Appetite for Destruction. Дальше Snow Camel. Что это? Не знаю, кому отсылка. May Special, очевидно, это Brian May. Ладно, ничего не знаю этого. Edgy Voxy. Это, видимо, отсылка к YouTube, к Эджу. Ten Thousand Tools. Как думаете, о чем это? Напишите в комментариях. Blank Planet. Так, дальше. Imperfect Circle. Очевидно, что это отсылка к A Perfect Circle группе Майнарда Кинана, вокалиста группы Tool. Mm-hmm.
Лейла. Очевидно, что это отсылка к Лептону. Так, дальше Double Trouble. Следующий пресет называется Straits of Swing. Очевидно, что это отсылка к Dire Straits, но я, к сожалению, ничего из них не помню, поэтому просто вот вам что-то. Psycho Haze. Не знаю, к чему отсылка. Следующий пресет называется Pig of Wars. Очевидно, что это отсылка к Black Sabbath. Creamy Sunshine. Не знаю, к чему отсылка. Echoes of Floyd — это отсылка к Pink Floyd. Ладно, поехали дальше. Magic Woman — это отсылка к Сантане. Whole Lotta Zep, но это очевидно Led Zeppelin. И дальше идет самое интересное. Так как в этом процессоре есть импульсы акустических гитар, с их помощью можно заставить вашу электрическую гитару звучать очень похоже на акустику. Ну, конечно, кое с какими оговорками, я думаю, сейчас вы сами все услышите, но вообще, как бы, тема реально рабочая. Давайте послушаем. Я просто сыграю по паре аккордов. Здесь всего 6 пресетов. 3 пресета для синглов, 3 пресета для хамбакеров. Я по-быстренькому, буквально по паре аккордов на каждом пресете сыграю, на каждом положении датчиков, чтобы вы понимали, насколько это может хорошо звучать. Потому как я сам конкретно в линию запись не слушал, и в линию, возможно, звучит лучше, чем когда ты одновременно слышишь гитару в помещении и гитару из колонок.
Вот так звучит эмуляция акустики через импульсы на этом процессоре. Вполне себе прикольно такая, знаете, замена пьезе. Единственный минус, о котором я хотел сказать у всех этих пресетов, почему-то в них не очень удачно отстроена связка шумодав-компрессор. Из-за чего, когда ты отпускаешь струны и снова их касаешься, слышно какой-то призвук. Иногда его слышно сильно, иногда его слышно не очень сильно. Вот. Не знаю, насколько это страшно, можно ли это устранить настройками, просто говорю, что вот такой вот нашел эффект. Давайте я сыграю вам одну известную песню, и опять же вы можете написать в комментариях, как она звучит. Похоже, не похоже на акустику, мне самому интересно. Ну а теперь давайте посмотрим пресет, который я настроил для себя на этом процессоре. Свой пресет я тупо назвал Friedman, потому что основной усилитель в нем это Friedman. Здесь я настроил гейт для того, чтобы он довольно быстро закрывался. После него у меня стоит Precise Attack, как мы говорили с вами, это Precision Drive от Миши Мансура. После него у нас стоит Friedman HB с такими настройками. Гейн в районе 40, можно чуть прибавить, в зависимости от ситуации, от гитары. Прибавить, убавить, вот. Такие у меня настройки. Мой личный любимый импульс — это Onehammer 412 Orange с двумя типами динамиков. Это V30 и еще каким-то, не помню точно, по-моему, T75. Здесь я выставляю фильтрацию низких частот, ниже 100 Гц, потому что эти частоты всегда обрезаются в любом миксе. Давайте послушаем. Let's go! Давайте еще парочку рифов сыграем.
Ну, я еще долго могу, на самом деле, играть на этом звуке, потому что мне очень нравится связка вот этого Фридмана с этим кабинетом, с этим вот Precision Drive'ом. И самое удивительное, вот эта связка, она меня устраивает и нравится на всех приборах от Hatton. То есть у меня есть Ampera One, это предыдущая версия Ampera, и там почти тот же самый набор эффектов, только чуть поменьше. Здесь все-таки побольше новых эффектов. Но вот только немножко сразу отвлекусь. Если сравнивать вот эти два конкретно процессора, Hatton Ampera 2 и One, лично у меня сложилось впечатление, что у Ampera 2 звук немного теплее. Как бы это странно ни звучало по отношению к цифровому прибору. Ну, сами понимаете, холодная цифра и прочие аудиофильские приколы. То есть Ampera 2, мне показалось, что он звучит очень живо и на всех усилителях, и на всех эффектах. То есть никакой нигде грязи лишней я нигде не услышал. То есть качество эмуляции в нем, ну, прям вообще топовое. Если вы не можете настроить на нем звук такой, который устроил бы вас, то вам, наверное, уже Fractal Audio не поможет. Теперь давайте послушаем пресет, который нарулил мой друг на этом процессоре. Это 5150. Ну ладно, каюсь, я немножко влез в него. Тут я поставил этот Precision Drive. Вот его 5150. Тут мы что-то повыбирали разные кабинеты, поставили какой-то с гринбеками. Давайте послушаем. Ну, как слышим, просто метал-машина. 5150, супер классический метальный усилитель. Можно вообще сказать, что среди классических метальных усилителей сражаются три. Это 5150, Rectifier и Marshall. Время от времени встречались и другие как бы имена, но вот эти три усилителя, если вы возьмете какой-нибудь классический метальный альбом, скорее всего, на нем использовался один из этих усилителей. Так уж сложилось исторически. Ну, пивик, конечно, хорош, ничего не скажешь. И давайте теперь вернемся к теме импульсов в этом процессоре. Я уже говорил о том, что здесь есть настройка в качестве импульсов Normal и High. Но что очень интересно, когда ты переключаешь разрешение импульсов с Normal на High, происходит какое-то огромное падение в громкость. И понять разницу между качеством Normal и High, не создавая два одинаковых пресета, но в одном из которых стоит Normal, а в другом High, и оба они выровнены по громкости, невозможно. Собственно, поэтому я и сделал два одинаковых пресета, в одном из которых Normal, High, и выровнял их по громкости. Давайте послушаем. Вот пресет Mesa Mark 4 с кабинетом с винтажами 30-ми 4.12. Качество Normal. Так, и сразу же второй пресет с качеством high. Вот такая разница. Скажите, напишите, есть ли она... Нет ее. Вот я вам сейчас просто сыграю аккорды на первом пресете и на втором. Почередую это на монтаже.
На мое ухо особой разницы нет. Есть разница небольшая в отдаче по низким частотам, но это тот диапазон, который обычно все равно отрезается. И поэтому не знаю, есть ли вообще разница между high, normal. Я предлагаю так. Если у вас пресет не очень сложный, если в нем не супер много тяжелых эффектов, которые сильно расходуют запас ресурса процессора, тогда можете ставить normal, если вдруг у вас что-то закончилось на нем. Не знаю, я сам не нашел такого сочетания эффектов, которые могут полностью израсходовать CPU. Вот. Ну а если у вас простенький пресет, как у меня, просто ставьте хай и не забивайте этим голову. Ну а теперь давайте поговорим про управление процессором. В процессоре есть два режима переключения пресетов. Первый называется Patch Mode, второй называется Stomp Mode. Переключаются они либо нажатием вот здесь на тачскрине, на кнопочку, либо зажатием третьей клавиши на процессоре. Вот так вот зажимая ее, мы можем переключаться между двумя режимами. Сразу могу сказать, то, что переключаться через эту клавишу, ну не знаю. Лично мне очень неудобно, потому как я сразу забываю, в каком режиме я нахожусь, как мне переключать пресеты. Короче, я жутко путаюсь, мне вот это вот переключение не очень нравится. Поэтому лично я бы всегда находился в одном режиме. Но опять же, я не говорю за всех, все люди разные, по-разному это воспринимают. Начнем с режима Patch Mode. В Patch Mode мы переключаем пресеты в банк напрямую. Это первый пресет, второй и третий. Для того, чтобы переключаться между банками, мы должны зажать одновременно два переключателя таким образом. Например, второй и третий мы переключились в следующий банк. И дальше уже в этом банке мы выбираем пресет. Это либо первый, либо второй, либо третий. Для того, чтобы перейти в банк вниз, мы нажимаем одновременно первую и вторую клавишу и переходим в банк вниз. В этом режиме очень удобно переключать пресеты, переключаться между банками, но, к сожалению, вы теряете такую функциональность, как включение и выключение эффектов внутри вашего пресета. Для того, чтобы иметь возможность включать и выключать эффекты внутри вашего пресета, существует Stomp Mode. В режиме Stomp Mode мы можем назначить на наши ножные переключатели включение и выключение сразу нескольких эффектов. Давайте посмотрим в нашу цепочку. Смотрите, какая логика по нумерации эффектов в нашем процессоре. А – это верхний ряд, Б – это второй ряд. Соответственно, у нас тут идут эффекты А1, А2, А3, А4, А5, А6. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Настроить переключение отдельных эффектов или нескольких эффектов сразу через ножные переключатели на этом процессоре очень просто. Для этого мы заходим в меню Control Expression. Здесь мы заходим на вкладку FS Settings. FS — это значит Foot Switch, вот эти вот ножные переключатели наши. И здесь у нас на каждый Foot Switch сейчас назначена какая-то функция. Вот смотрите, мы здесь видим FS1 функция. Это включение и выключение эффекта А1. Это первый эффект верхней цепочки эффектов, как мы помним. На Foot Switch 2 у нас назначен Control. Что такое Control, сейчас я расскажу. На Foot Switch 3 у нас назначен тап темпа нашего пресета. Что такое Control? Control — это как раз таки и есть включение и выключение одновременно нескольких эффектов. Для того, чтобы назначить, какие эффекты будут включаться и выключаться через этот Foot Switch, мы заходим во вкладочку Control и выбираем эффекты, которые он будет включать и выключать. В данный момент он у нас включает и выключает одновременно эффекты А1 компрессор, А3 драйв, А4 драйв, целых два драйва он включает одновременно, и какой-то модуляционный эффект, который там в этой цепочке. Соответственно, вот так вот мы, нажимая одну кнопку, переключаем сразу 5 эффектов. Это супер удобно. Ну а теперь о том, что неудобно в этом Stomp Mode. Как мне кажется, в этом Stomp Mode не супер удобно переключать пресеты. Потому что для того, чтобы переключить пресеты, вам надо сначала войти в режим выбора пресетов. Для того, чтобы войти в режим выбора пресетов, вам надо одновременно нажать либо первую, вторую клавишу, либо вторую, третью. И тогда вы перейдете вот в этот режим выбора пресетов. Он абсолютно идентичен Patch Mode. То есть сейчас вы можете переключаться между банками точно так же, нажимая, например, вторую, третью клавишу, вы переходите в банк выше, нажимая одновременно первый, второй Foot Switch, вы переходите в банк ниже. И дальше вы выбираете пресет в этом банке. Первый, второй или третий. Ну, давайте, например, второй выберем. То есть для того, чтобы просто переключить пресет внутри банка, вам надо совершить следующие манипуляции. Это два действия. А если вам надо перейти в другой банк, то это вы делаете так. В Patch Mode
это делается немного быстрее. Но опять же, на своем опыте могу сказать то, что во всем этом довольно просто запутаться. Хотелось бы, конечно, чтобы были отдельные фуд-свитчи для переключения пресетов и для включения и выключения эффектов внутри пресетов. И все-таки немножко вот не хватает тут педальки экспрессии. Если бы она была... Ну, хотя, с другой стороны, на моем Ampera One педаль экспрессии есть, но из-за того, что процессор такой маленький, педалька не супер удобная. Вы можете докупить какую-нибудь полноценную Ernie Ball педаль, ну или типа того, то есть полноразмерную, чтобы вам было удобно качать квакухой. Кстати, мы не послушали квакуху, но квакухи здесь хорошие, прям реально отвечая, они прям четкие. То есть добротность полосы эквалайзера, за перемещение которой и отвечает наша квакушка. Не знаю, что еще сказать, наверняка многое забыл, про многое не рассказал, что конкретно меня не очень интересует. Там про лупер, всякую такую штуку. Я просто никогда ими не пользовался, мне это мало интересно. Do me a favor, please. Get out of here. Ну что, давайте подводить итоги. Что же у нас есть сказать относительно гитарного процессора Hatton Ampera 2 Stomp? Это супер качественный процессор с огромным количеством хорошо эмулированных эффектов, усилителей, басовых усилителей, со стереопетлей, с кучей всяких прибамбасов, с тачскрином, кстати, про который мы уже забываем, это уже как данность, но тем не менее тачскрин работает прекрасно, с несколькими режимами управления, поддерживающий импульсы в высоком разрешении, и в данный момент он стоит вообще не так дорого. Мой друг прошлой весной ухватил его на распродаже Алиэкспресса, когда доллар сильно упал, вообще что-то за 25 тысяч, что-то такое, не помню точно. Но, в общем, совсем недорого по сравнению с другими приборами, с которыми, как мне кажется, соревнуется Hatton Ampera 2 Stomp. Мне кажется, наиболее близкий по уровню качества звука прибор к нему, это, наверное, Helix. What? Потому как все-таки до фракталов и Neural DSP он не дотягивает, но мне кажется, что он звучит лучше всех остальных соперников, типа Хедраши, Муиров и что там еще там есть... Не помню с головы точно. Кемпер стоит подаль, потому что у него вообще на самом деле другая задача. Он не для того, чтобы эмулировать звук, а для того, чтобы снимать звук. Поэтому с ним как бы сравнивать простые гитарные процессоры, мне кажется, вообще некорректно. Чего, мне кажется, конкретно этому процессору не хватает, это все-таки элементов управления. Три кнопочки немного маловато. Было бы здесь хотя бы кнопочки 4 и педалька, не знаю, какой бы еще прибор в его ценовом сегменте мог соревноваться с ним по качеству звука и функционалу. Наверное, никакой точно. Мое личное мнение, если вы не можете настроить на этом приборе звук, который вас устраивает по качеству, то, наверное, что-то не в порядке с вами. Стоит ли выбирать Ampera 2 по сравнению с Ampera 1? Это дискуссионный вопрос, потому как, ну, очевидно, что все-таки в Ampera 2 и больше эффектов, и вроде как их качество немного получше, но для большинства задач это не так важно, потому что вы, скорее всего, не будете писать этот гитарный процессор где-то в студии. Скорее всего, в студии вы будете писаться либо в настоящий усилитель, либо уже в плагины. Поэтому смотрите по деньгам. Есть у вас немного побольше денег, покупайте Ampera 2, покупайте к нему педаль экспрессии, все. Вы закрыли фактически все, что вам надо. Хотите немного больше удобства, докупите переключатель на 4 кнопочки. И все, вы в золоте. Также в обзоре на этот Harley Benton я обещал чуть попозже рассказать немного об опыте ее использования. Давайте, собственно, теперь я поделюсь им с вами. Это абсолютно нормальная, хорошая, играбельная гитара. Мне очень нравится, как она звучит. Датчики прекрасные, несмотря на то, что это супер дешевая гитара. Уж не знаю почему, но звучат они реально хорошо. Можно еще поставить вот этот потенциометр на мегаом. Тогда, насколько я знаю, они будут звучать еще более верхасто, еще более похоже на типа оригинальный Fender. Хотя тут, конечно, не знаю. Очень мало схожего чего с Fender. На самом деле, это очень самобытная и по форме каким-то приколом гитара. У нее довольно толстый гриф, формы, насколько я знаю, это называется C, но гриф удобный. То есть это не такое, знаете, весло у какого-нибудь Гибсона, которое ты вот так вот берешь, ну и он просто огромный, кажется. Здесь он такой толстенький, но посерединке. То есть это вполне себе удобно. Гитара строит по всей длине прекрасно. Единственное, к чему можно придраться, это лады. Сравнивая с тем, что у меня есть в наличии, на моем вормате лады из нержавеющей стали, и они супер скользкие. Когда ты делаешь подтяжки, то у тебя ощущение, что у тебя просто как будто масло под пальцами. И к этому ощущению очень быстро привыкаешь и начинаешь от него зависеть. Здесь лады, уж не знаю, из-за материала или из-за того, как они отполированы, на них не так скользит струна, как на моей более дорогой гитаре. И тут вот один лад, он чуть
чуть выше остальных. Это могло произойти при транспортировке из-за перепада температур. Опять же, гитара новая. Для новых гитар ситуация с тем, что какой-то лад немножко вылез, это вполне себе нормальная ситуация, потому как это все-таки дерево. Дерево реагирует на влагу, на температуру, и оно может этот лад немного вытолкнуть. Но опять же, это совсем мелочь. Струны у меня все равно довольно низко над грифом, и ничего лишнего не дребезжит. Но если все лады еще немножко подполирнуть, чуть-чуть опустить прорези в порожке верхнем, для того, чтобы струны стали еще ближе к грифу, тогда, ну, это была бы, ну, прям топовая по удобству гитара. Ну, за вычетом того, что здесь, конечно, маловато ладов. 24 лада, к ним тоже сильно привыкаешь и, ну, не знаю, начинаешь думать о том, что как будто бы не нужны гитары, на которых нет 24 лады. Ну, с другой стороны, из-за того, что здесь нету 24 ладов, нековый датчик находится ближе к центру грифа, и у него более из-за этого жирный звук. Поэтому тут, как говорится, палка о двух концах. Окей. Ну а на этом, пожалуй, все. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до новых встреч!